этого Останкина. Красный квадрат. У меня есть к тебе просьба. Помнишь телекомпанию ВИД? ВИД? Конечно, помню. Вот что, я же забираю у него передачи и даю их тебе. Можешь теперь дать мне ключи от его офиса? Ты же там его покалечишь, а как я могу тебе разрешить, если он производил для меня передачи в 90-х? Ах так? Тогда я больше не буду делать тебе программы, и тебе показывать будет нечего. Ладно, ладно, дам ключи, но тогда ты будешь делать, кто хочет стать миллионером. О, здорово. Большое спасибо. Ну все, ВИД, тебе конец. О, что же я делаю? Уж просто убьет этого ВИДа. Надо чай выпить. У него сейф. Видеозаписи. Там были заставки, передачи, пародии. Пародия с языком! Это же эксклюзив. Как же ее вернуть? Алло, второй канал? У тебя случайно не сохранилась запись эль-клуба от 1 апреля 95 года? Помнишь, ты тогда еще РТР был?